Всем привет! Как сделать глобокса на вторым игроком? Сначала подключим первый джойстик, потом второй джойстик. Подключаем. Если у вас нету второго джойстика, ну поиграйте в этот Реймона. Вот. На выключатель зайдем и сменить пользователя. И войдем на этот аккаунт. И зеленый горит. Вот. Нажимаем на первом джойстике PS. Войдем в эту игру. Rayman Legends. И нажимаем на красном джойстике. Вот этот. Любой кнопку. Вот. И появляется у вас глобокс. Вот. А еще вот так. Так. А в первом джойстике. Вот. Вот этот. Вот. Если у вас кривой джойстик, управляйте стрелочками. Если у вас не кривой, левым джойстиком или стрелочком управляйте. Убираем этот первый джойстик и оставим его. И вот как получается глобокс. Вот видите, первый игрок Реймон, а второй игрок глобокс. Вот и получается вот так. Что всем пока.